Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав. И сегодня в данном видеоролике я попробую пройти одну из самых сложных карт. Эта карта называется Киберспринт. Давайте нажимаем старт ран. Вот я сейчас тренировался и прошел вот этот вот весь паркур. Давайте попробуем пройти его еще раз. Нажимаем и я думаю пора. Так, у нас тут все вот так вот прогружается. Это что у нас? Это что-то непонятное, но я просто буду молча паркурить. Угу. Так, теперь тут быстро обходим. Да, все, как я и проходил. Вот только вот тут вот... А, я вспомнил. С каждым разом, когда проходишь паркур, все усложняется. Тут теперь блоки будут скользкие, так что появилась более большая сложность. И... Но я не понимаю вообще, зачем мне дали этот маяк. Можно же как-нибудь обойтись и без него. Но карта, я хочу сказать вам, довольно-таки интересная. И... Когда вот я сейчас доиграю вот эту вот паркур спринт, я покажу вам ее вот сейчас. Давайте я вам покажу эту карту в разобранном виде. Посмотрите, вот так вот выглядит тут все. Но что же таится вон там вот? А вот тут так давайте я скопирую. А вот тут вот просто все непонятное. Но тут есть одна очень интересная вещь. Та-дам! То есть, получается, когда вы проходите паркур, то вот тут так. Также это красное стекло, его тут можно спокойно ломать, чтобы сделать прохождение уровней намного проще. Давайте попробуем. Так. И вот так вот это выглядит. И готово. Теперь мне уровень проходить будет легче. Налейте преграды. Готово. Ё-моё. Вот так вот. Как-то вот так. И теперь мне проходить эту карту даже легче. Вау, это железный меч, но это больше похоже на 16 очков. Так, давайте еще вот это вот сломаем. И скопируем вот это. Так, и получается вот так выглядит эта карта в разборе. И давайте сейчас попробуем ее опять-таки пройти, но уже, как видели сами, я ее частично разобрал, чтобы игра была интересней. Но как только я нажму Start Run, у меня, возможно, отнимут все эти ресурсы, так что давайте-ка я на всякий такой случай захвачу с собой... блоки. Вот примерно 100 блоков. Ну да, и они у меня пропали. Эх, это жалко, но ничего. Сейчас попробую пройти как настоящий мастер паркуров. Ребята! Опа! Все действует. Все действует. Это получается, я в тот раз попал в редактор уровней. Вот это да. Нет, я пробудил монстров. Так, ладно. То есть, получается, эту паркур-карту можно редактировать. Но это делается только в творческом режиме. Вау! Я специально, кстати, сейчас прыгнул, потому что мне вроде бы дали какой-то щит, но нет, это мне просто показалось. Щита мне не давали. Так... Опа. Опа. Теперь хоп, 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 хоп. Видели, как там было? Я вовремя среагировал, когда появилась синяя стенка. Знаете, было немного страшно, когда она появилась. Так, и мне тут дали какую-то защиту. Не знаю, от кого она. Но тут
мобов, кстати, можно убить. Вот так вот. И даже страшно посмотреть назад. Вдруг там уже все исчезло. Ну-ка быстро. Нет, нет, там блоки исчезают, ребята. Вот это жестко сделано, конечно. Ладно, ребят, спасибо за внимание. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом.